делаем антицеллюлитный скраб. Для этого мы берем основу Active Sweet Scrub. У нее очень удобная дозировка. То есть вот в этой баночке как раз на один скраб. И посмотрите, пожалуйста, на его текстуру. Здесь столько масла, что его, в общем-то, можно и не добавлять. Я предлагаю это масло и не добавлять. Да? Воспользоваться мацератами фукуса и ламинарии. И влить в скраб именно их. Ну, у нас же все-таки скраб в хрюшках. Пол чайной ложки фукуса. Если что, я вас предупреждала, чувствительная кожа, это прям будете гореть. Так, перемешиваем хорошенько этот скраб. Так, я добавляю еще блестки. Половина чайной ложки. И опять мешаем. Сейчас я буду засовывать этот скраб в баночку. Нам же надо получить золотую свинку с блестками. Ну вот видите, банки скраба как раз хватает на вот эту вот хрюшку. Сейчас я буду взбивать свинью. Как-то так.